Что такое Magic номер? Всем доброго дня, меня зовут Владимир, и я уже больше 10 лет пишу торговых роботов для финансовых рынков, для терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. В последнее время мне очень часто приходит вопрос от начинающих трейдеров, которые используют торговых роботов, советников, экспертов. Ну, в принципе, это все одно и то же. А что такое параметр Magic номер? Он есть практически в каждом торговом роботе, но для чего никто не знает. А еще многие очень думают, что если это Magic, магия, то это какое-то некое уникальное магическое число, которое может сделать эксперта суперприбыльным. Нужно только указать туда свое счастливое число. На самом деле это не так. Magic номер нужен для того, чтобы торговый робот мог отличить свои торговые позиции от позиций, открытых другим торговым роботом, либо трейдером вручную. То есть это специальный номер, по которому роботы отличают свои позиции друг от друга, от других роботов и от позиций, которые открыл трейдер вручную. Теперь дальше. В случае, если трейдер открывает позицию вручную, такая позиция помечается Magic номером 0 по умолчанию. И никак это не изменить. В случае, если трейдер открывает позицию стандартными средствами терминала MetaTrader 4 или MetaTrader 5. В случае, если трейдер использует какую-то торговую панель, плагин, скрипт или еще что-то, там можно задавать Magic номера, и в таком случае все открытые позиции уже могут иметь другие Magic номера. Для чего это делается? Для того, чтобы можно было одновременно наладить работу нескольких торговых роботов. Например, трейдер открывает через торговую панель, через дополнительный плагин, позицию с Magic номером 1, 2, 3. На том же финансовом инструменте в другом окне работает торговый робот, задача которого выполнять функции трейлинг стопа, то есть тянуть стоп-лосс вслед за ценой. У этого робота тоже стоит Magic номер 1, 2, 3. Все, работа налажена. Трейдер вручную с помощью торговой панели в терминале MetaTrader открывает позицию, а другой робот подхватывает эту позицию, потому что у них одинаковый Magic номер и одинаковый финансовый инструмент, и он дальше эту позицию контролирует. В случае, если Magic номера разные, то и финансовые инструменты разные, то торговые роботы друг друга не видят. Использование Magic номеров можно использовать также и при торговле разными торговыми стратегиями. То есть один торговый робот выполняет функции открытия позиции по каким-то сигналам, индикаторам, паттернам, а другой торговый робот модифицирует эти позиции, добавляет тейк-профиты, стоп-лоссы, либо же тралит тейк-профиты, стоп-лоссы. То есть получается взаимопомощь двух разных абсолютно торговых роботов. Здесь очень важно понимать, как работают торговые роботы, чтобы не создать конфликт. Бывают такие ситуации, это в большинстве случаев происходит, когда роботы с одним и тем же Magic номером на одном и том же финансовом инструменте начинают конфликтовать. То есть один торговый робот открывает позицию, а другой торговый робот тут же ее закрывает. И это происходит 100 раз в секунду и приводит к сливу депозита по спреду. Поэтому очень важно понимать, как работают разные торговые роботы, и в зависимости от того, что вы хотите собрать, то есть, может быть, вы хотите, чтобы у вас работало 5 советников одновременно, вы должны четко понимать, какой робот что должен делать. И прежде чем запускать такие конструкции торговых роботов на реальных счетах, это все лучше проверить на учебном демонстрационном счете. В некоторых случаях Magic номер можно установить минус 1. Например, я в своих торговых роботов даю возможность установить минус 1. В таких случаях торговый робот подхватывает абсолютно все открытые торговые позиции. И торговые позиции, которые открыли другие роботы, и торговые позиции, которые открыл трейдер вручную. В таком случае робот подхватывает эти позиции, контролирует, модифицирует, закрывает и выполняет все то, что запрограммировано в его торговом алгоритме. Итак, уважаемые друзья, я надеюсь, теперь все стало понятно. Надеюсь, вам понятно, что Magic номер – это число, которым торговый робот помечает свои открытые позиции, для того, чтобы потом их подхватить. В случае перезагрузки компьютера, перезагрузки терминала, чтобы когда все заново стартануло, торговый робот мог найти конкретно свои позиции в зависимости от заданного Magic номера, либо же подхватить все торговые позиции в зависимости от заданного Magic номера, либо совместно с другим роботом работать и выполнять функции торговой стратегии, которые собрал трейдер.
благодаря Magic номерам. Спасибо за внимание. Если вам интересны подобные видео, с вас подписка, лайк, комментарий, и я буду выпускать такие видосики почаще.